Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку пас, сильный ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Эта потрясающая музыка до сих пор вдохновляет и игроков, и их болельщиков на то, чтобы поддерживать и совместно побеждать. Сегодня в Арене 2000 проходит благотворительное мероприятие для многодетных семей города Ярославля. Цель его — сплочение семьи, совместные активности и поддержка своей команды на матче, а также формирование у детей и подростков активной жизненной позиции, интереса к спорту и хоккею через живое общение и активное участие на всех этапах мероприятия. Его организаторы — АО РЖД Логистика, хоккейный клуб «Локомотив» при поддержке Российского фонда «Милосердие и здоровье». Это уже третье совместное мероприятие. Я благодарю всех организаторов, всех тех, кто хоть чуточку помог реализации, наверное, исполнение самых заветных мечтаний. Потому что здесь не просто семьи, большие многодетные семьи. Здесь семьи, в которых воспитываются 7–8 детей. Но это еще семьи с особыми детишками. Это праздник семей. Это праздник спорта, это праздник здоровья и благополучия, это праздник радости. И я думаю, что надежд. Мы буквально на 2 минутки отпускаем вас на фотосессию, в нашу фотозону. Это было клубное мероприятие, мне сказали, что здесь будет много детей. У меня у самого 2 детей, и я с удовольствием решил принять участие. И когда увидел, когда здесь много счастливых лиц, это очень здорово. Я думаю, что в Финляндии это совершенно так же, как и здесь. Хоккей – это семейный вид спорта, потому что семьями ходят на хоккей, и в семьях зарождаются эти традиции, и дети потом вырастают, влюбляются в хоккей и идут к своей цели. Кто за вас болеет? Смотрят ли ваши родные, близкие игры? Ну и какие прогнозы? Конечно же, моя мама и папа, они меня всегда поддерживают, всегда за меня болеют. Моя мама – это вообще мой главный болельщик, и моя же черлидерша. Всегда от нее чувствую поддержку. Болей за хоккей. Мы все болельщики, да, мы, значит, и знакомы со многими хоккеистами, ну и очень много положительных эмоций, и я, и дети получили в результате вот живого общения, значит, с гостями-хоккеистами, которые приглашены сегодня. Значит, мы говорим большое-большое спасибо! Много положительных эмоций, было очень весело, здорово, мы очень довольны. Очень благодарна в первую очередь, поскольку я узнала про это мероприятие от Светланы Николаевны, потом благодарна хоккейному клубу «Локомотив», ну и РЖД, то, что финансово позволяет это все организовывать. И ребятам всем, то есть организаторам, огромное спасибо. Очень понравилось мероприятие. Мы семья Генераловых. У меня у самой 7 детей. Еще 2 детей со мной, сестры, племянники. Переживала очень, что дети будут разбегаться, будут капризничать. Но оказалось, что очень уютная обстановка. Дети как дома бегают, прыгают, очень довольны. Все очень хорошо организовано. Спасибо большое за такой великолепный праздник. Есть в чем-то похожесть команды хоккейной и команды семейной? Я думаю, есть, да. Конечно, у нас и свои нападающие, и свои вратари. Все прям... Свои защитники. Да, и свои защитники, конечно.